Очки бесплатно. Сегодня в городе прошла акция «Я вижу». Нуждающимся абсолютно бесплатно раздавали очки. В течение месяца кунгурики приносили ненужные оправы и очки на кунгурскую дармарку. Затем их проверил врач-офтальмолог, и сегодня кунгурики разобрали их в городской поликлинике. Так масштабно эта акция прошла в нашем городе впервые. Ее организатор, председатель благотворительного фонда Ольга Вшивкова, отметила широкий спрос и отклик кунгуряков. За время акции удалось собрать около 100 очков. Проверили все геопри, проверили размер, и сегодня вот мы раздали их в городской больнице. Очки собирали всем миром. Мы объявили в соцсетях о сборе очков, и так как на кунгурскую дармарку приносят тоже очки люди, мы решили все это объединить. Собирали очень долго.